И пошли по базарам, там их два, зеленые, грязные. Грязные — это старые очень, пропадешь там, не найдешь, там все этажи в землю, а зеленые новенькие. Штабников напрасно мы ругали, командиром отдан был приказ. В городе два раза мы бывали всего-то, эх, удача посетила нас. И каждый раз в кожушный ряд, эх, удача снова посетила нас. Слева справа ряд, все контрабанда, морды все бандитские кругом. Это вам не Лейпциг и не Ванда, это не мадам Шарон Салон. Но мы скажем тоже не подарок, пистолеты ложим под ремень. Частный сектор приведем в упадок, с торгашом сердца у нас кремень. Брелок, наган и чемодан, ах, больше 100 афгани я не дам. Заходили дважды мы на грязный, там товаров разных пруд пруди. Продавцов там нет благообразных, сердце так и ёкало в груди. И все стоят и так глядят, будто скальп себя содрать хотят. Вот это походы, редкие были. Но зато привезли такие товары, которых никогда нигде ни в Москве, ни в Советском Союзе, даже в Березке не видели.